Всем привет! Меня зовут Лилия Дроздова, и вы на канале Ловкий портной. Хочу представить вам еще несколько интересных моделей. Вот такой вот удивительный креативный наряд с шляпой, платье из органзы для интересного положения. Вот так оно выглядит сзади. Сзади разрез, пуговка. Кармашки. Вот она такая, цвета шампанского, с люрексом. Золотые или серебряные нити. Вот боковой шов. Итак, сегодня мои клиенты опять дети. Замечательные марки Катя, танцоры, которым нужны были вот такие вот костюмы на очередное танцевальное соревнование. Сейчас рассмотрим их поближе. Это плащевка из хлопка. На талии резинка, шлевки для вот такого вот ремешка. Рукав подогнут и застегнут на вот тот декоративный элемент, по которому был розыгрыш. Воротничок рубашечный, но без стоечки. На молнии. Ну вот, собственно, и все. А да, еще есть кармашки. Вот такие вот замечательные кармашки. И также есть кармашки в боковых швах. А это импровизация. А вот точно наш вот. Удобно вам? И хочу вам представить еще один очень интересный элемент гардероба. Это баска, но баска как самостоятельный элемент одежды. Ее можно надеть поверх платья, длинной рубашки, даже наверх брюк. Все по вашему желанию. Конкретно эта баска выполнена из такой фетровой замшевой ткани на подкладочке. Сзади застегивается на кнопке. Очень интересные фигурные вырезы создают пышность на бедрах и стильный вид. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы и делитесь записью в соцсетях. Желаю всем творческих успехов, хорошего настроения. До скорых встреч!